городской комсомольской организации на Алтае в середине 80-х годов. Более 30 комсомольских организаций принимали участие в строительстве молодежных жилищных комплексов в разных микрорайонах города. На каждом из этих домов и сейчас видны обозначения МЖК. И год строительства 86-й, 88-й, 89-й. За 5 лет более десятки домов. Это сотни квартир. Тысячи людей своими руками построили дома. Такое не забывается. Для вас выступает комсомолец Юрий Важин со стихотворением «Левый марш». Разворачивайтесь в марше, словесное не место кляузе. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данный Адамом и Евой. Клячу истории загоним. Левой, 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 эй, синеблузые, рейте за океаны, или у броненосцев на рейде ступлены острые кили. Пусть, оскалясь короной, вздымает лев, британский лев вой, коммуне не быть покоренной, левой, левой, левой. Там за горами горя, солнечный край непочатый, за голод, за море, море, шаг миллионный печатай. Пусть банды окружат нанятой, стальной изливается левой, России не будь под Антантой, левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий, старые станем ли пялиться, крепи у мира на горле пролетариата пальцы. Грудью вперед правой, флагами небо оклеивай. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой. Спасибо. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи был распущен в 1992 году. В отличие от коммунистической партии, ВКСМ никем не запрещался. И для прекращения его деятельности потребовалось только решение съезда. Секретари районных и городских комитетов комсомола, еще пару лет назад не уставшие клясться верности перестройки, быстро переквалифицировались в предпринимателей и банкиров. Газеты и журналы откровенно посмеивались над горстками старичков, продолжавшими по привычке под красными флагами выходить на площади 1 мая и 7 ноября. И никто, похоже, не сомневался, что с коммунизмом в России покончено раз и навсегда. В исполнении комсомольца Плотникова Романа песня «Гимн оппозиции». Встречаем! На налоги народа вы давно прописали,
о расходах. Наши дети шикуют сейчас на Мальдивах и сбивают людей на шикарных машинах. Мы по глупости власть вам когда-то отдали. Есть уже в околотках, нас бьют полицаи. Мы давно отменили статью против всех. Наши судьи везде вызывают лишь смех. Растащили страну, прикрываясь ОМОНом. Власть в стране распродали моральным уродом. Изменив лесной кодекс, мы сожгли пол России. Из-за нефти в Чечне столько душ положили. Мы стоим на осколках разбитой планеты, все пытаясь понять, что достанется детям. Может, только чистой воды в этой луже, может, небо кусочек, который так нужен. И мы вновь создаем теорию мира, занимая места своих командиров. И мы снова заходим в подъезды согреться, чтобы выйти на улицу с правдой в сердце. Нас ОМОН разгоняет дубинками вновь, и нам жаль тех ребят, что предали отцов, где за каждым маячит майор Сердюков, превратив их от граждан в озлобленных псов. Заслуженный артист РСФСР Семен Сытник. Ленин будет жить. Снимает ружи, кроет и рвет, чихнет, кипит и пенится, гудит, молчит, говорит и ревет. Юная армия, ленинцы, мы новая кровь городских жил, тело них ткацкой идеи нить. Ленин жив! Ленин жив! Ленин будет жить! Залили горе, снесли в мавзолей частицу Ленина, тело, но тлению не взять ни земле, ни золе, первейшее в Ленине. Тело, смерть, косу отложи, приговор лжи, с таким небесам не блажить. Ленин жив! Ленин и смерть, слова враги, Ленин и жизнь, товарищи, строит, рушит, кроет и рвет, чихнет, кипит и пенится, гудит, молчит, говорит и рвет. Юная армия ленинцы, мы новая кровь городских жил, тело них ткацкой. Алтайский комсомол был образован 26 мая 1994 года. Тогда семеро членов КПРФ и сочувствующих партии товарищей в возрасте от 14 до 30 лет собрались в Барнаульском горкоме партии и приняли решение о создании Алтайского коммунистического союза молодежи
ЭКСМ. Первоначально ЭКСМ действовал только на территории Барнаула. Для вас выступает комсомолец Мишаткина Алена. Ты родился в бою, революции сын. Ты родился в сражениях, революции сын. Твою поступь к сожжению чуял враг не один. Тебя мяли, кромсали на гражданской войне. Тебя пули хлестали изнутри и извне. В кавалерии шашках, шашкой на высоких рысях бил врага на отмашку, средь него сея страх. Ты в буденовской сотне на разведку ходил. В комсомольский субботник не щадил своих сил. Не искал ты жилеток, чтоб исплакать печаль. На полях пятилеток закалялся, как сталь. И Корчагина хватку воплотил ты в судьбе. В комсомольские палатки город строил себе. Не себе, для народа строил новый уклад. Не искал жизни брода, сколько взято преград. Дол священный, гражданский, во Второй мировой. Подвиг Космодемьянской и Олег Кошевой. Сколько юных героев полегло на фронтах, чтобы мы могли строить, чтоб изжить войны страх, чтоб из пепла восстала наша Родина, мать, юность наша стояла, надо было стоять. И ты духом не нищий на просторах страны убирал пепелища той проклятой войны. Был и холод, и голод, и разруха была, но в руках серп и молот свои делал дела. Целина, новостройки и сибирский простор. Ты романтиком стойким мчался в порный опор. И ангарские дали будоражили кровь. Комсомольцы здесь стали в ряд романтиков вновь. Комсомол, славный парень, ему нужен размах. Свою подпись Гагарин начертал в небесах. А теперь нам внушают то, что было все бред. В иной строй приглашают позабыть цель побед. Но забыть мы не смеем боевых славных дел. Комсомольское племя, твой задор не предел. Комсомольские души не закрыть на замки, не запрятать поглубже в казино и комки. Комсомольская песня, комсомольский задор. С ними жить интересней, чать по жизни в опор. Жить в труде и в сражениях. Ты прошел комсомол, твою поступь сожжения. Ты как следует шел. Спасибо. В исполнении комсомольца Конрада Майнова песня «Перечитай». Такое юмористическое немного. Это началось время подъема комсомольской организации в Алтайском крае.
Демидов регулярно выступал перед собиравшимися на пленуме Краевого комитета партии, секретарями райкомов и горкомов с призывами всячески содействовать созданию комсомольских организаций на периферии, особенно на селе. Старался не упустить возможности лично съездить в район и выступить перед молодежью. Вскоре, весной 1997 года, комсомольская организация возникла в городе Бийске. Ее возглавили Владимир Мухамедов и Максим Кравчатов. В Бийскую организацию сразу же вступило несколько десятков человек, в основном студенты местного пединститута. Затем стараниями специалиста по делам молодежи администрации Кытмановского района Александра Николаевича Суртаева, возглавлявшего местное отделение НПСР, возникла организация и в этом районе. Рубцовскую городскую организацию весна 1998 года возглавил первоначально Дмитрий Сафонкин. Также была образована Барнаульская организация, поскольку комсомольцы Барнаула не представляли собой больше весь КСМ. Секретарем горкома избрали Андрея Климанскиса. Для вас исполняется песня «Шумит сосна» в исполнении Сони Дмитриевой. Река лазурная течет вдоль реки. Парнишка с девушкой идут, они идут, не замедляя тихий шаг. А у парнишки видны уж слезы на глазах. Я ухожу, сказал парнишка, и сквозь грусть ты жди меня. Я обязательно вернусь, и он ушел. Не встретив первую весну, домой пришел. В солдатском цинковом гробу рыдает мать. И словно тень стоит отец, и ведет для них. Совсем ведь был еще юнец, и сколько их. Городской комсомольской организации состоит около 60 человек.
Но это боевой отряд молодежи, и задача перед ним стоит нелегкая. Борьба за права и достойную жизнь каждого человека. В исполнении комсомольца Конрада Малынова песня о насущных проблемах. Корней с песней «Облако».